приветствую вас на своем канале и приглашаю вас прогуляться со мной по Тбилиси. Знаете, что в переводе означает название этого города? Теплое место. Вот это самая молодая церковь в Грузии. Ее построили в 2003 году. Для внутренней отделки этого храма были использованы 12 видов мрамора, которые были привезены сюда из разных стран. Отсюда открывается очень красивый вид на город. Мы сейчас находимся в самом старом районе Тбилиси. Здесь на горе располагается крепость. Вот. Что за церковь это? Это крепость. Я не помню, когда она была построена, но сказали, что когда случались военные нашествия, то все население Тбилиси там скрывалось. Здесь ходит фуникулер сейчас. И, насколько я поняла, нам предстоит скоро прокатиться на этом фуникулёре. И вот там вдалеке мы можем увидеть статую. Вот я не знаю, будет видно на камере или нет, но когда на фуникулёре поедем, мы покажем. Да, там вот она. Это мать Грузии. Мы уже видели три свадьбы сегодня. И сейчас вот в этой церкви, Святой Богородице, мы увидели конец венчания одной пары и увидели, как подходят гости и поздравляют молодую пару. Вот так. Все. И причем и мужчины целуют друг друга, и женщины, и мужчины, и вообще по-всякому. Все варианты. Все целуются, все варианты, да, что нам очень понравилось, потому что, ну, в эстонской культуре вот так. Это не принято, да, у нас, как правило, поздравляют вот так. И для нас было очень приятно видеть, что поздравления могут быть намного как-то ближе, сердечнее, выражены в физическом плане, иначе. Так, ну что, теперь мы, видимо, идем на фуникулёр. Вот. А я сейчас покажу все-таки дома, потому что больно это красиво здесь. Колоритно. Так, мы идем покататься на канатке, как ее здесь называют. В общем, на воздушном вагончике мы сейчас поедем. Как у тебя уже ощущения? Пока еще нормально. Пока еще нормально. Но наши коллеги, которые боятся высоты, сказали, что сначала бы вино надо было бы принять, а потом уже на фуникулёре ехать кататься. Как хорошо зато город сверху видно. Вот в фильме, да? Чунаги. Ага. И вот где там мать Грузии? Вот мать Грузии там, да. А вот теперь Тбилиси. Ну вот буквально на ладони, посмотрите. Ай, как красиво. Не надо меня обманывать. Ну и вот мы подошли ближе к монументу. Вот это институт ботаники. Мы сначала думали, что это гостиница. Нет, это институт ботаники оказался. И здесь, честно говоря, обрыв. Я боюсь подойти к нему, поэтому я сейчас свою камеру вытащу и засниму, что там. О, мне даже страшно в камеру смотреть. Там водопад внизу. Там внизу ущелье, водопад, и мы сейчас... И мы сейчас туда ущелье, самое глубокое ущелье, куда упала птичка. Одна маленькая, да, но очень гордая птичка. Мы сейчас идем по очень-очень узкой улочке под названием Серная. И по оценке некоторых экспертов, эта улочка сохранила свою конфигурацию, вот то, как она есть, с 14 века. Чувствуется запах серы. Yeah. Здесь
сероводородные источники и чистить запах серы. Вот. И цвет тоже же видишь. Цвет сейчас я покажу. Будет видно это на камере. И дно, видишь, такое тоже. С таким налетом, такое. С таким. Да. Угу. И пахнет серой. Пахнет серой. Да. Угу. Так, я спустилась к источнику. Сейчас хочу потрогать, он теплый или нет. Нет, он не теплый, холодный. Холодный источник. Вот. А, здесь попробовать? Сейчас попробую в другом месте. Я буду сейчас пробовать в таком месте, где вода, точнее, не вода, а налет такой ярко-зеленого цвета, как химия. Сейчас я тут попробую. Надеюсь, я с пальцами останусь. Надеюсь, со мной ничего не случится. Смотрите. О, какой здесь. О, сейчас я потрогаю. Так, 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 так. О, вот здесь тепленькая. Вот здесь тепленькая водичка.